Аплодисментами встречает новорожденную ее маму. Супруга военнослужащего с позывным «Ураган» признается, она счастлива как никогда, ведь вся семья в сборе. На выписку приехал и муж. Он так растрогался этой встречей, что не смог сдержать слезы радости. На самом деле очень волнительно, очень сильно переживаю, хоть и не первый ребенок, уже второй. Но волнение все же остается как первый раз. Сейчас еще родился маленький ребенок. Переживаю, как они будут жить без меня. Но у меня жена сильная, я думаю, что она справится. Я ей, конечно, морально буду помогать в этом. Очень рада. Очень сильно рада, что муж рядом, что ребеночек маленький такой у нас есть новый. В семье уже есть одна девочка. Малышка стала второй для супругов. Разделить радость молодых родителей пришли самые близкие – родственники и друзья. Папе все успешно с этим делом закончить. А за детей я очень рада. Дай Бог им здоровья, всего хорошего, маме, папе и также внучкам нашим. Очень я рада. Прям очень. Она хотела сама уже вторую боевика. Все прям ждали эту малышку. Нелегко, но, слава Богу, тут отфил сейчас здоровая, будет расти в кругу любви. Поздравить супругов с пополнением семейства приехал и мэр Челнов Наиль Магдеев. По традиции он вручил 100 тысяч от города и набор для новорожденного от республики. Супруга может гордиться своим мужем. Безусловно, мы тоже говорим слова благодарности вашему супругу, который делает все для того, чтобы сегодня наша страна смогла бы и дальше жить, работать и трудиться. Пока у военнослужащего с позывным «Ураган» очередной краткосрочный отпуск. Он рассчитывает больше времени проводить в окружении своих любимых и родных. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны.